Всем привет! Тут будет все вкратце. Да, я делаю заказ на велодвижок. Сейчас оформлю заказ. В течение 3 дней его, как говорится, скомплектуют полностью как надо. Почтой России отправят его к нам в город. Мне пришла посылка. В общем, офигительный товар пришел. Надеюсь, до этого вы досмотрели и не решили промотать его, как делают всемогущие божества. В общем, пришла мне посылка. Вот такого вот характера. Да. В камеру он не помещается. Печально. Поставим на стол. О, вот такая вот посылочка нам сегодня пришла. И давайте ее распакуем. Здесь тоже аналогично. Блин. Посылку с бумагой прислали. В большой этой коробке находится одна маленькая. А походу в этой будет еще одна маленькая. А в тех маленьких еще одна маленькая. И, как говорится, и понеслось, и поехало. Давайте это тоже вскроем. В принципе, можно просто их снять. Но мы не ищем легких путей. Первое, что мы здесь видим, это наша всемогущая инструкция по установке данного двигателя. Да, вот это нам надо, тем более еще и на русском языке пригодится. Курсы. Первое, что я достал, это, по-моему, самое легкое, что находится в данной коробке. Крышка от бака. Да, сам бак. Ручка сцепления для выхлопной трубы. Болтами и бодинкой, по ходу дела. Крепление в конце-то концов. Вон освещник. Всякая всячина. Выхлопная труба. Ролик натяжения цепи. Кнопка глушения двигателя. Тросик. Ручка газа. Еще один тросик. Еще одна ручка. Карбюратор. Ну и, как говорится, сам двигатель внутреннего сгорания двухтактный, одноцилиндровый, на 50 кубиков. Цепь, ведомая звездочка. Погнали собирать.